В Архангельске возобновлено сообщение с деревней Реушеньга. Согласно поручению главы города Игоря Годзиша, связь с островной деревней помогает удержать аэросани. В минувшую пятницу был сделан первый рейс. В поселке постоянно проживают 17 человек. Перевозку организуют по их заявкам дважды в неделю. Формируются списки для желающих выехать с Реушеньги на Киев и обратно для пополнения запасов продуктов, лекарственных. Деньги, может быть, получить пенсию. Но вот на данный момент люди звонят. Как только будут списки сформированы, определен хотя бы один день, люди поедут. Еще одна тема совещания – подготовка города к зиме. Отопительный сезон идет по графику, все котельные работают в штатном режиме. А вот что вызывает обеспокоенность, так это итоги проверок на утечки тепла на сети. По результатам было найдено 13 адресов с неплотными сетевыми водоподогревателями. По 5 домам на сегодняшний день действия управляющими компаниями не предпринимаются по устранению данных дефектов. Теперь за нерадивые УК возьмется департамент городского хозяйства. Ему же указание во время гололеда. Особое внимание дворам и улицам. Самая крупная сумма не освоена по областным сетям. То, что касается посыпать песком там и все остальное, потому что жалобы есть, и, конечно, мы на это должны реагировать. Также Сергей Ковалев поручил главам округов активизировать работу по проверке газового хозяйства.